Всем здорово, с вами SmokeStacks. В этом видосе разберу несколько своих Sigil Core проектов в стиле Акстурела, Фоджея, да. Поехали. Также не забудь поставить лайк, ты это все знаешь. Лайки для меня это фидбэк, пиши комментарии. Давай вместе раскрутим этот канал. Я хочу, чтобы больше людей видело эти видеоролики и просвещались, заходили в андеграунд темы. Давай сделаем это вместе. Рассылай этот видос друзьям. Также подписывайся на Money Web Studio. Ребята работали с Акстурелом, делали ему облогу. Если тебе нужна обложка или биты, пиши им. Там все есть для андеграундных ребят. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Первый проект. Мелодия. Драмка. Пройдемся по ней. Клэп. Хай-хеты. Вторые хеты. Кик. Перк. Чант. Бас. Перейдем к свидосу. На мастере софт клипер, на это не обращаю внимания. Вот это очень важно. На кик добавил пик контроллер, выставил вот такие значения, скопирую их. Можешь подкрутить валюм еще. Что я сделал дальше? Все остальное привязал на одну дорожку, кроме баса. И привязал этот линк. Пик, контрол, пик. Это нужно для того, чтобы кик был прорывной, как у Акстурела, чтобы он ебашил. Вот так это звучит в совокупности. Мелодия. Какой-то сэмпл я его еще проиграл в пианороли. Как звучит драмка? Чант. Хай-хеты. Лэп. Кик. Еще одни хай-хеты. Перк. Бас. Нейр. Видос. Софт клипер на хай-хетах, дилей. В остальном все. Мелодия, срезал частоты, драмка, срезал частоты, все. Также добавил здесь пич местами. То есть вот здесь он идет.
сделал такие вот предропы. Вот так это все звучит в совокупности. Все звуки, которые были в этом видосе, есть в моем драмките. Ссылка будет в описании. Big bless, bro. Я благодарю тебя, что ты досмотрел до конца. С тобой был Smokestacks. Делай деньги, оставайся красивым. Make money, stay pretty. До новых встреч.